Під дулами автоматів вантажівки гуманітарного рейсу Ріната Ахметова знову зупиняють на під'їздах до Донецька, куди волонтери везуть допомогу. Цього разу до спротиву представників батальйону «Дніпро» долучився і правий сектор. Зі зброєю в руках залякували водіїв і погрожували розстрілами. Нам сразу сказали, что необходим документ, разрешающий право сгруза от президента Украины или от премьер-министра. Мы попытались вообще пообщаться на предмет того, какая все-таки процедура, что не так с документами. Подъехали вооруженные люди и, угрожая оружием и расстрелом, дали нам 5 минут, чтобы мы могли развернуться и уехать. Данный гуманитарный транш рассчитан на 225 тысяч продуктовых наборов. То есть мы можем сказать, что 225 тысяч людей, которые действительно нуждаются в гуманитарной помощи, на данный момент остаются без этой помощи. Причины не объяснили и разговаривать не захотели. Да, вчера мы... Нас остановили на блокпосту в районе населенного пункта Богатырь. Сегодня на полпути, скажем так, в районе населенного пункта Покровская. Я могу с уверенностью утверждать, что нас здесь ждали, потому что вооруженных людей было в 3 раза больше, чем вчера. Они были подготовлены и разговаривать с нами отказались.